Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Приветствую вас на очередном рейсе. Так, что там у нас не видно? Солнце бьет. Давай, газуй. Приветствую вас на очередном рейсе. Сейчас еду в резину. Побывал в Аргееве. Выгрузился. Все нормально, все по плану. Следующая остановочка будет в резинах. Ну давай в горочку, Марсик, полный газ. После резины, куда нам надо? Нам нужно Дрогию. Сейчас, секундочку, здесь надо повнимательнее. Надо в Дрогию. В прошлый раз, когда ездил, собрал себе пару заявочек. Выгрузимся в Дрогии и поедем после Дрогии уже в сторону дома через Сен-Жирей. И все, вот такой любопытный рейс. Но с резины до Дрогии, конечно, чуть не вяжется там. Но ничего страшного. Спасибо подписчику Грише. Гриша, тебе большой привет. Тебе привет, Москву. Он мне подсказал интересную дорогу, чтобы не ехать через Бельцы, либо через Сороки, там в эту Дрогию попасть. Есть там одна дорога, можно объехать Бельцы и выехать почти к Дрогии. Вот такой день обещает быть. Посмотрим, как оно будет. А вам, ребятки, желаю приятного просмотра. Комментируйте активнее, подписывайтесь, делитесь видео. Давайте поднимем актив канала. Я понимаю, была долгая пауза и пропало мое видео с рекомендацией. Но поддержите, пожалуйста. Ну, неинтересно, ребятки, так снимать, когда мало просмотров. Давайте посерьезнее отнесемся к этому. Чем больше актива на канале будет, тем чаще будут видосики. Это будет меня стимулировать все чаще и чаще снимать, придумывать вам что-то новое. Так что вперед. Приятного всем просмотра. А я вот только что заехал в село Степ Соч. Меня всегда это село поражало тем, что как-то немноголюдно здесь. Все, видимо, трудятся. Но сегодня, я смотрю, как-то поживее здесь. Вот машины даже припаркованы. Время 11:30. Я перешел на зимнюю резину, но, к сожалению, на этих дисках нет этих датчиков, которые считывают давление в шинах. И вот будет гореть уже весь сезон такая вот ошибка. Потому что эта резина на дисках, и она еще осталась с того Мерседеса, который у нас был. А родные диски его... О, стоять, я хочу кофе. Что я там говорил? А диски родные с этой машины, так они на летней резине у меня. Мерседесик.
Продолжаю поездку по селу Степ-Сочи. Степ-Соч, правильно говорится. Наверное. Из меня не очень хороший лингвист. Ну, вы знаете, ребятки, прекрасно об этом. Хотел поумничать насчет дисков, не получилось. Так, что у нас по резине? По городу резина. Уже оставим эту зимнюю резину в покое. В резине у нас одна заявка. И нужно поработать с нашими клиентами. Ну, собрать себе заявочек, там витрину посмотреть. Сроки годности, ну, стандартная работа. Вот этот тоже встал, блин, прямо перед пешеходным переходом. А если бы переходил бы человек, то не было бы человека. Настроение хорошее, полон сил, полон положительных эмоций. Надеюсь, не растратить их в течение сегодняшнего рабочего дня. Что-то еще вам рассказать, но я пока сам не знаю, что. Были определенные мысли, но они как-то у меня разбросаны все по голове. В голове. И по голове, и в голове. Раз уже, блин, докопался до этих дисков. Вот, видите, она пишет. Контроль давления в шинах не действует. И мы нажимаем на буковку R. Так, хопа. И все. С дисплея ошибка пропадает, но эта вот шляпа остается. Видите, я примерный водитель. Населенный пункт. До 59 километров в час можно ехать. Тем более впереди камера. Так что хочешь не хочешь, но примерным будешь. До резины прекрасная дорога. Но не совсем до резины, до развилки, это где поворот нашел до Нешты и резина. Вот до нее просто отличная дорога. Можно ехать и наслаждаться поездкой. Дальше, конечно, будет жесть. Но это будет дальше. А сейчас наслаждайтесь вместе со мной. Я буду музычку слушать. Какую-то свою. А вы, к сожалению, будете слушать ту, которую не блокирует YouTube. Ну что, ребятки, прокатимся? Прокатимся. На развилка Шалдонеш, Тибельцы и резина Рыбница направо. И все, и здесь начинается. Да-да, баба. У-ху. Хорошо.
хорошую дорогу мы с вами, ребятки, увидим возле села Гандешт. До туда будем мучиться. Скоро будем в резине. Пару минут. Добро пожаловать в город Резина. Всем своим подписчикам большой пламенный привет с города. О, блин, прямо кочка мне в бок будто попала. Резина с города на Днестре. Днестру сегодня не будем спускаться. Говорю сразу. Нету времени на все это. Ну, немножко по городу покатаемся. Сейчас едем в центр. Ну, фиг знает, центр там, не центр. Для меня центр — это там, где много магазинов и вся цивилизация. Это объездная города Резина. На икон... Нет, на и... Даже как слово это подобрать, чтобы не материться. Короче, ребятки, вы поняли, что за дорога там. На том берегу город Рыбница. Также всем подписчикам с города Рыбница большой привет. Многие здесь живут в Рыбнице, а работают в Резине. Так, что нам здесь направо? Здесь направо. Здесь будет немножко проблематично припарковаться где-то. Ничего страшного, как-то решим вопрос. А это товарищ еще остановился здесь. Просто по приколу. Эй, дяденька. Дай проехать. А вы знаете, кто это? Это мой подписчик из ТикТока. Сейчас мы с ним поздороваемся. Дядька, кто так паркуется? А? Катаюсь. На, будь тебе надо, иди на работу. Давай, удачи. Вот и с парковочкой все решилось просто прекрасно. Надеюсь. Короче, иду я выгружаться. Сейчас, может, пообщаемся еще с товарищем. Солнце светит прямо в харю. Короче, ребятки, сейчас на разворот. И дальше поработаем, поработаем. Здесь я не смогу развернуться. А здесь вполне, вполне реально. Вот надо по широкому радиусу нам. Вот так вот. Вот так вот. Начинается. Но это 100% не подписчики уже. Этим сигналить не будем. Такая вот рабочая обстановка. Здесь анализ воды пришел. Нужен фильтр. И здесь уже, конечно, записываю. Здесь разные ответы, вопросы. Задержался я здесь, конечно, в резине. Но пора ехать. Пока мне ответят здесь.
едем дальше. Следующая остановка будет у нас в Дрокее. Да, такая хрень конкретная. Это ветрогенератор. Везут куда-то. Серьезные ребята. Смотрите, сколько их тут. Так, ребятки, если в двух словах. В резине отработал все, шел до нештах. Отработал на этой неделе. Я еще приеду. Уже развезу заявочки, которые собрал. А погода прекрасная. 19 градусов. Золотая осень. Надо поторопиться. Мое самое нелюбимое слово – это поторопиться. Но, к сожалению, в последнее время я его очень часто употребляю. Сейчас будет дорога мучений из Шалданеш до этого круга там Гандешты. Потрясет нас немножко. Ну, я вас, ребята, избавлю от этих мучений. Встретимся, когда все будет хорошо. Вот здесь, ребятка, Олешкань, Кельниц, Кельница. Могли бы повернуть налево и проехали бы по селам и выехали бы к Санжирея. Но там не очень дорога. Тоже мне ее Гриша подсказал. Там есть участок щебенки. И я не хочу ехать. Лучше уже поедем вначале в Дрокию, а потом поторопимся в Санжирей. Походу вот сюда везут этот ветрогенератор. Вот здесь уже часть стоит. Первую партию привезли. А здесь серьезная движуха. Видим знак стоп, но работает светофор. Соответственно, на этот знак можно забить. Мы только что проехали, я его называю железнодорожный переезд спасения. Потому что после него еще вот пару километров и начинается нормальная дорога. Конченная дорога здесь, блядь, ненавижу ее. Не асфальт, а настоящий шифер. Если ехать вообще ближе к обочине, страх и ужас. Село Гындешт. Илья, тебе большой привет. А также всем подписчикам. Нарисовали разметку новую. Странно, раньше здесь была прерывистая где-то.
у кого-то не останавливает это. Не будем показывать, кто это. Все лето хотел попасть на этот бассейн. И так и не попал. Ну, скажу стандартную фразу. Постараемся в следующем году поплавать здесь. Бассейн Пепси называется. Вот здесь есть кусочек. Давай мы сейчас газанем быстренько. Пока можно. Скоро будет город Флорешты. Мы объедем по объездной и дальше в сторону Бельца. Флорешты мы в прошлый раз отработали достаточно хорошо. Так что ничего страшного, если мы пропустим сегодня. Еду я из Флореш в сторону Бельц. Вот до Бельца еще 12 километров. Но нас Бельцы сегодня не интересует. Вот здесь поворот Куболта. 6 километров. Вот мы поворачиваем сюда. Спасибо Грише, что подсказал мне, что можно быстренько так в Бельце, прошу прощения, в Дрогию попасть. А то бы я как олень ездил бы через Бельце. А здесь дорога просто прекрасная. Просто замечательно, что козырек можно убрать и полный газ. Сейчас нахожусь в селе Китросу и выезжаю на трассу Сорока-Дрокия. И до Дрокии тут рукой подать. Буквально 5-6 километров. Все, посмотрим сколько. 8 километров налево. Время без 23. Вправо, смотрим влево. Блин, и опять солнце светит в глаз. Даже в оба глаза. Вот пацанчики молодцы. Быстро выгрузили меня прямо из машины, просканировали весь товар, внесли в базу и сейчас увозят сразу на прилавке. Какие-то не слишком активные сегодня. Ну, спасибо вам. Ускорили мне процесс. Типа надо было быстрее, чтобы сейчас
должна фура какая-то приехать и должны выгружать, поэтому они такие быстрые и недовольные. Еду на следующую выгрузку в центр. Улица там, не знаю какая улица, Индепенденции, по-моему, или что-то такое. Вот сюда. Скажу я вам, люблю я город этот, родной город. Помню, в детстве мы здесь гуляли. Отель Комфорт, оба-на. Здесь есть крутой ресторан Стяо Норду называется. Если на русский перевести, звезда севера. Ну прям как мы. Так, а здесь нам на разворот. И что, для нас есть местечко здесь припарковаться. Обалденно. Магазинчик Техномир. Техноленд. Какой Техномир? При чем здесь Техномир? Не знаю, что-то мне почудилось. Добро пожаловать за фильтрами сюда. Ребятки, выехал я с дроки. В общем, там была небольшая суета с одной заявочкой, но все решилось уже. Уже понятно, откуда ноги растут. Следующая остановочка у нас будет Сен-Жерей. В Бельце заезжать не будем. Сегодня нету движухи по Бельце. В пятницу будет. В пятницу еще рейс к нам будет в Дандушаны. Вот нарисовали нам заявочку. Гладианы. Ну, в общем, все как обычно по северу. Едем в Сен-Жерей. Многоуважаемые, подъезжаю к последнему городу. Город Сен-Жерей. Время 4 часа и 10 минут. Все нормально у нас. Так, где этот дурацкий поворот здесь? Ага, вот здесь. Они бы еще меньше бы сделали эту разделительную фигню. Что с вами, блин? Какие у вас тут художники? Хрен поймешь. Понарисовывали здесь стрелочку. Меня отсвинит Орашел Сен-Жерей. Зато дорогу сделали прекрасную здесь. Всем своим подписчикам из Сен-Жерей большой привет, а также из Сен-Жерейского района. Рад бывать у вас, рад бывать. Справа бассейн. А слева Мерседес. А здесь лежачий полицейский такой стрёмный вообще. Хоба. Это даже не полицейский, это, наверное, целый ОМОН здесь лежачий. Да, ночью, кто не знает, можно подлететь. Будьте внимательны. Последняя заявочка, сейчас выгружусь и на расслабончике домой, часа полтора.
примерно так. А если не торопиться, то можно заехать в город вообще без пробок. Ну, уже хочется поскорее домой. Проголодался я. Здесь должен быть еще один где-то. Ага, вот он, вот он, вот он. Офигеть. Просто офигеть. Здесь такие спальный район. Сейчас дальше начнутся уже магазинчики. Здесь нет лежачего, да? Ага, все, можно ехать побыстрее. Раньше здесь была, ребята, настолько убитая дорога. Это просто капец. Так, прошу. Прошу, Лялечка, давай, золото, проходи. Оп, хоп, хоп. Эй, такая счастливая. Деточка счастливая идет домой после садика. Сейчас тоже будем счастливые. После работы ехать домой. Здесь полицейский участок. Смотрите, какой борзый. Ой. Зато с парковками здесь проблем нету. Смотрите, сколько парковочных мест. Ребята, поставьте лайк, если вас тоже раздражает реклама, блин, в Ютубе. Невозможно слушать музыку. Я себе включил, вот видите, музыка молдавняцкая. И на такой патриотичной ноте катаюсь по своей прекрасной стране. Здесь уже начинается цивилизация. Магазинчики, Примария, консилиум какой-то. Вот. I love you, Сенжерея. Или как Сенжерея, Юбирямя. В общем, еще чуть-чуть и буду на выгрузке, вот буквально за кругом. Ну все, я на выгрузку. Ладно, ребятки. Не буду вас утомлять дальше. Хватит на сегодня. Итак, опять длинный ролик этот получился. Не вкладываю себя, короче, в 15-20 минут, как вы меня просите. Как получается, так получается. Все. Желаю всем хороших вечера, хорошего дня, выходных, когда вы там смотрите. Счастливо вам. И большое спасибо, что смотрите. А я вот на позитивной ноте. Здесь идет ремонт дороги. Еду домой.
Спасибо.